просто сразу с бухты-барахты. Сталинград, Москва, Ленинград, Курская битва, господи, ну, взятие Берлина, Рейхстаг. События Великой Отечественной войны, например, Сталинградская битва. В каком году она была? В 1943, по-моему. В 1945 году, 9 мая, который у нас, ну, событие, которое завтра у нас произойдет, когда произошла победа над фашизмом, фашистскими захватчиками. Начало Великой Отечественной, помнишь? Начало, прям самое начало, да? Великой Отечественной, не Второй мировой, а Великой Отечественной? 1941. С 1941 по 1945. 22 июня. Какие события Великой Отечественной войны вы сейчас можете вспомнить? Освобождение городов, начало, конец. Я не могу. Победу. А еще? Не знаю. Я даже не могу вспомнить. Давно уже не читал историю. Можешь я пойду, пожалуйста? Нет. Какие события Великой Отечественной войны ты можешь вспомнить? Пошлите. Битва под Стамбулом, под Сталинградом, освобождение Москвы. Курская битва. Потом чего еще? Битва за Варшаву, за Прагу, ну и взятие Берлина. Сталинградская битва. Нет, надо сначала начинать сначала. Во-первых, у нас первые годы нам надо сначала Московская, Сталинградская, Киев, Днепр, потом 10 сталинских... Нет, сначала 10 сталинских, потом, ну, естественно, остальные операции 45-го года. Ну, в принципе, так-то мы уже 20 перечислили.